Вот такой маленькой коробочке приехала еще меньшая маленькая штучка. И всем уже, наверное, интересно, для чего же она подключается к смартфону. А для того, чтобы дать ему новую функцию, благодаря которой он превратился в пульт дистанционного управления для любого телевизора, а также другой техники, которая управляется пультом. Скачав специальную программу на смартфон, я просто выбрал телевизор Samsung, и она сама выдала мне кнопки, которыми я управлял им. В комплекте идет чехольчик, чтобы прицепить устройство к рюкзаку или ключам. Только не вздумайте переключать каналы на телевизорах в торговых центрах или ресторанах. Это некрасиво.